Цикл ярмарок вакансий по отраслям решили провести в Орше. И первыми работу предложили тем, кто имеет специальность или опыт в швейной промышленности. На встречу с соискателями пришли представители 6 крупнейших в регионе предприятий Ликпрома. Накануне специалисты Центра занятости проанализировали базы данных безработных. Приглашение разослали также тем, кто желает пройти переобучение и работать на швейном производстве. В ближайшие дни на аналогичную ярмарку пригласят специалистов в области строительства и тяжелой промышленности. Достаточно жесткий рынок труда, поэтому, в общем, и созданы такие благоприятные условия, чтобы гражданин мог донести свои навыки и умения непосредственно нанимателю, объяснить. Чем меньше, в общем-то, скопление людей, тем доступнее, в общем-то, информация, которая получена с первых уст. За последние 2 месяца в Витебской области провели 11 ярмарок вакансий. В графике до 10 апреля еще минимум 26.